По поручению главы Дагестана Рамазана Абдулатипова сформирован мобильный проектный офис. В рабочую группу вошли кураторы и сотрудники отдела сводного контроля по реализации 7 приоритетных проектов развития республики. В Кизляре они обсудили актуальные для северной зоны республики вопросы, в частности, отсутствие взаимодействия Росреестра по Дагестану с многофункциональным центром МФЦ и подготовка планов мероприятий для включения в приоритетные проекты развития региона на будущий год. Аналогично мероприятия пройдут и в других округах республики.